Так, мне пришла посылочка из Лакоста. Сейчас я ее распакую. Та-дам! Я уже не помню, что заказала. Так, ой. Так. Так. Это футболка. О, уже этикетка оторвалась. Где она? Вот, отвалилась от футболочки. Такая футболочка белая. Ой. Вот. Мятаяся крокодилом. Из хлопка. Так, дальше. Такая толстовка. Такая толстовка. Croco Series. Friends with you. Вот здесь такие. Это мохнатая звездочка. Это рисунки. Они уже на ткани. Не наклейки. Такие рожицы, облака и грибочки. Тоже крокодил. Еще и радуга. Только звездочка мохнатая. Вот такая толстовка. Вот. Так. И тут рубашечки такие. Раз, два, три. Это была 50% скидка сейчас. Вот. И она со скидкой 50%. Такая джинсовая рубашечка. Вот. Так. Такая красненькая. Ой. Так она. Ой, она на прищепках. Так. Такая вот. Это все для меня. Ого, какая длинная. Вот такая из хлопка рубашечка. В такую полоску яркую. Так, и вот такая синяя. И все. Больше мне ничего не пришло. Так, все упаковано. Красиво. Она должна быть вот эта вот завязочками на рукавах. Ну-ка, вот. Рукава завязываются на бантик сейчас. Завяжу. Вот. Рукава так завязываются на бантик. Ой. Вот с таким рисунком. Вот. Буду не ходить. Вот. Такая. Я еще хотела розовую. Такая полосатая. И джинсовая. Джинсовую я взяла, потому что она была с 50% скидкой. Это я заказывала на официальном сайте. Потому что сейчас там скидки. Такая посылочка. Пришла в коробке. О! А фирменный пакет мы сразу не положили. В конверте тут что?
деньги. Конверты какие-то. Мы благодарим за покупку. Ой. Вот на сайте я заказываю Lacoste.ru. Со скидкой. Ну, еще пакетик иногда кладут фирменный. Но в этот раз не положили. Вот. Я уже забыла, что там было. Вот, мне нравится такая толстовка. Еще футболка белая. Больше тут ничего нету. Ой, все. Такая вот посылка. Всего из 5 вещей. Сейчас померяю. Надеюсь, что мне будет все как раз. Все.